Дорогие личане и гости нашего города, от командования офицерского собрания и личного состава 116-й гвардейской штурмовой Радомской краснознаменной авиационной базы примите искренние и сердечные поздравления с Рождеством и Новым годом. Пусть в ваших семьях сохранятся мир и спокойствие, сбудутся все светлые надежды и мечты. Желаем вам бодрости духа, неиссякаемого здоровья, радости, удачи, добра и процветания нашей стране.